уважаемые болельщики футбольного клуба «Факел». Хотелось бы от лица команды, руководства клуба выразить огромную благодарность за ту поддержку, которую вы нам оказываете как на центральном стадионе города Воронежа, так и в выездных играх. Футболисты команды «Факел» прекрасно понимают, выходя на поле, что мы играем для вас, для тех болельщиков, которые преданы команде, которые ценят, любят и понимают футбол. 1 ноября предстоит очередной тур футбольной национальной лиги с нашими соседями, туликами. Матч этот будет носить принципиальный характер в связи с сложившейся турнирной ситуацией. Команда «Арсенал» находится на 3-м месте. Мы отстаем от команды «Арсенал Тула» на 3 очка. И в случае нашей победы по итогам первого круга команда «Факел» может занять 3-е место. Игра эта будет носить с учетом определенных взаимоотношений между командами, сложившихся на протяжении многих лет, статус дерби. Хотелось бы пригласить всех на эту игру и попросить поддержать команду «Факел» и выразить уверенность в том, что ваша поддержка будет проходить в рамках цивилизованного боления за команду «Факел». Сейчас ФИФА и Российский футбольный союз ведут борьбу с негативными явлениями на трибунах стадиона во время официальных игр. Хотелось бы, чтобы вы помнили о том, что рядом с вами на стадионе находятся люди пожилого возраста, дети, женщины. Уважаемые болельщики, хотелось бы обратиться к вам с просьбой в данной игре болеть цивилизованно, уважительно относиться к команде соперника и ее болельщикам. Тот прецедент, который произошел на одной из игр с нецензурными выражениями на трибуне, скандирование нелицеприятных вещей в адрес команды соперника и ее болельщиков, привели к дисквалификации двух трибун нашего стадиона. При повторении центральный стадион будет дисквалифицирован и будет наказана и команда, и вы, так как нам придется играть либо при пустых трибунах, либо в другом городе. Надеемся на ваше понимание и поддержку на календарной игре с командой «Арсенал Тула».